Купи гору в Великобритании и получи титул лорда, а также собственный герб в придачу. Английский граф из-за долгов, правда, вынужден продать вершину, высота которой составляет 868 метров. О весьма необычном лоте, выставленном на торги в Великобритании, расскажет Светлана Чернецкая. Фотографии горы Бланкатра уже появились на сайтах британских агентств недвижимости. Потенциальным покупателям предлагают не просто гору, а уникальную местность в национальном парке Озерный край. Это действительно один из самых живописных уголков Англии и хорошо известен тем, кто любит пешие и велосипедные походы. 400 лет Бланкатра была собственностью аристократического рода Лоссер. Ее продажа – это шаг отчаяния. Графу нужно покрыть долг в 9 миллионов фунтов, оставленный покойным отцом. За гору англичанин планирует выручить 1 750 000 фунтов. Это почти 35 миллионов гривен. Заинтересовать будущего феодала должны 6000 овец и 700 свиней, которые отдают в придачу к земле. Это такая редкость. Замечательные ландшафты, настоящие жемчужины Озерного края, которые будет не стыдно передавать из поколения в поколение. Предложение, от которого сложно отказаться, тем более, что в центре Лондона, к примеру, в престижном районе Найтсбридж, за такую цену можно купить максимум двухкомнатную квартиру, а здесь и гора, и дворянский титул, и собственный семейный герб. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин, подробности, британское бюро телеканала «Интер».